Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать! Мы рады видеть вас снова. Сегодня для нас особенный день, так как мы хотим представить вам нового члена семейства Рациона. Многофункциональный аппарат, который значительно превосходит то, к чему вы привыкли при использовании опрокидывающейся сковороды, котла или фритюрницы. Новый уровень производительности. iVario Pro — это многофункциональный аппарат, который отличается максимальной мощностью и производительностью, работает с высокой точностью и обеспечивает необходимую на кухне гибкость. И благодаря новой концепции интуитивного управления, он необычайно прост в использовании. С iVario Pro вы можете варить, жарить и готовить во фритюре. Все виды термической обработки доступны в одном аппарате. Он готовит в 4 раза быстрее и при этом значительно экономит энергию. Но сначала давайте посмотрим на исключительную мощность iVario Pro, поскольку она лежит в основе его высокой производительности и гарантируется благодаря запатентованной системе нагрева iVario Boost. С новой системой iVario Boost прогрев выполняется еще быстрее. Температура обжаривания достигается всего за 2,5 минуты. 2,5 минуты! Для сравнения, традиционной опрокидывающейся сковороде требуется на это 14 минут. И что еще важнее, чем прогрев, аппарат обладает достаточными резервами мощности. Поскольку только с этими резервами мощности мы можем гарантировать обжаривание большого количества порций. Внимание! iVario Boost — это не просто нагревательная панель, и это не просто основание. Это нагревательная система. В нее входят инновационные керамические нагревательные элементы, которые равномерно распределены по всему дну тигеля. Они равномерно и мощно распределяют энергию. И в этом существенное отличие от обычных опрокидывающихся сковород и котлов, поскольку до этого существовало два варианта. Дно тигеля или стенки котла были очень толстыми или очень тонкими. У обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Толстые стенки более равномерно распределяют тепло, но их реакция на изменения оставляет желать лучшего. Поэтому прогрев занимает очень много времени. Блюда легко пригорают, а жидкости выкипают. Опрокидывающиеся сковороды с более тонким дном нагреваются быстрее, но неравномерно распределяют тепло и имеют недостаточно резервов энергии для обжаривания. С iVario Boost нам удалось объединить преимущества обоих вариантов. Поскольку наша нагревательная система обеспечивает короткое время нагрева и реакции. Так ничего не пригорает и не выкипает. Невероятно при этом то, что iVario Pro потребляет значительно меньше энергии, чем опрокидывающиеся сковороды или котлы. Давайте я расскажу вам об этом подробнее. Мы сейчас приготовим целых 135 порций тайского карри в iVario Pro L. Мой ассистент уже готовит все необходимое. В другом аппарате с двумя тигелями мы вскипятим воду всего за 8 минут. Мы выбираем здесь варка макарон. Готово. Теперь iVario автоматически наполняется нужным количеством воды. Удобно, не правда ли? Пока один тигель заполняется водой, у другого мой ассистент уже готов приступить к работе. Для карри мы одновременно загружаем в аппарат 15 килограмм мяса. Готово. Прислушайтесь к этому шипению. Это мощность iVario. Несмотря на большое количество мяса, для сильного обжаривания имеется достаточно резервов энергии. iVario Boost теперь добавляет необходимую энергию, чтобы продукт подрумянился, благодаря чему раскрывается вкус продукта. В традиционных аппаратах это количество продуктов нужно было бы обжаривать в несколько партий, что требует дополнительного времени и, разумеется, энергии. Эта невероятная мощность стала возможной только благодаря нашим инновационным керамическим нагревательным элементам. На квадратный метр он передает 700 Вт мощности непосредственно на дно тигеля. Для сравнения, в традиционной опрокидывающейся сковороде это всего 300 Вт.
То есть гораздо меньше, чем у iVario. И еще одно преимущество нашей нагревательной системы — край тигеля остается холодным. Мой ассистент продемонстрирует вам. Как видите, без проблем, вы не обожжетесь. Мясо уже обжарилось. Теперь мы еще раз испытаем мощность iVario Pro. Добавим 5 килограмм азиатских овощей. Это большой объем влаги, который мы сейчас добавим. Даже сейчас продукты обжариваются. Все продукты обжариваются идеально, и это несмотря на невероятные 20 килограмм загрузки. В самой большой модели iVario Pro мы могли бы приготовить даже 30 килограмм за одну загрузку. А чтобы вам было удобно работать с iVario Pro и снизить нагрузку на вашу спину, мы первыми внедрили в аппарат эргономичную регулировку высоты. Вы просто нажимаете на кнопку вверх или вниз, и iVario Pro перемещается на идеальную высоту. Функция регулировки высоты доступна во всех iVario Pro. Мы выпустили 4 модели этих аппаратов. Аппараты доступны в 4 размерах. 2S с двумя тигелями на 100 порций, L на 100-300 порций и XL на 100-500 порций. А также самый компактный XS с двумя тигелями, который может использоваться для приготовления от 30 порций. Но вернемся к нашему карри. Деликатный момент добавления кокосового молока. Энергия очень быстро уходит от дна тигеля. И это демонстрирует точность iVario. Все слегка варится, но ничего не пригорает, и мы получаем прекрасное карри. Именно так, как было задумано. Теперь добавим немного тайского базилика и готово. И пока обычная сковорода нагревалась бы еще 2 минуты, мы уже все сделали. И, кстати, о прогреве. Давайте посмотрим, что происходит с другой стороны. Вода закипает спустя всего 8 минут. Для этого нужно лишь нажать на кнопку, так как остальное iVario возьмет на себя. Аутолифт. Автоматическое подъемное устройство iVario обеспечивает опускание пасты. И, что еще больше, облегчает работу. По истечении времени приготовления паста также автоматически поднимается. Таким образом, автолифт обеспечивает точное приготовление, как для варки, так и для приготовления во фритюре. Наблюдать или контролировать ничего не нужно. Но это еще не все преимущества аппарата в отношении мощности и производительности, так как iVario также может готовить под давлением. Легко и безопасно. И по меньшей мере так же удобно, как варка пасты, которую мы сейчас вам продемонстрировали. После выбора функции приготовления под давлением, тигель автоматически и надежно блокируется скрытым замком. Это означает отсутствие движущихся частей в рабочей области, что повышает безопасность работы и облегчает очистку. Давление повышается, а после приготовления автоматически сбрасывается. Затем готовое блюдо можно извлекать. Мы повышаем давление до 300 миллибар и тем самым уменьшаем время приготовления на 35%. Функция приготовления под давлением доступна в качестве опции для моделей iVario 2S, L и XL. В рациональ мы знаем, что высокая мощность означает большую ответственность. Вся мощность iVario была абсолютно бесполезной при неправильном использовании. Поэтому, как и в iCombi Pro, мы полагаемся на интеллектуального помощника iCooking Suite. Он распознает размер, количество и состояние продукта и самостоятельно выполняет настройки. Кроме того, iCooking Suite оказывает поддержку при приготовлении блюд. Все становится проще, быстрее и эффективнее. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Давайте попробуем вместе. Приготовим классический кондитерский крем Patissier. Для этого мы выбираем нужный процесс приготовления и заливаем 4 литра молока. Готово. Все вы знаете, что приготовление молочных блюд требует пристального контроля. Молоко быстро убегает, пригорает. Но не с iVario. Вам не нужно ничего контролировать. С iCooking Suite блюда больше не пригорают и не выкипают. Поскольку в iVario есть не только регулировка температуры с точностью до градуса, но и равномерное распределение тепла по всему дну тигеля.
Это идеальное сочетание мощности и точности. Как вы видите, для iVario точность важна не меньше, чем мощность. Молоко варится на медленном огне, не убегает и не пригорает. Теперь мы добавим крахмал, помешиваем. iVario Pro сразу регулирует температуру, чтобы крахмал мог загустеть, и получился великолепный крем. Ничего не пригорает. Все на кухне знают, как быстро все может пойти не по плану, если температура не регулируется правильно. То есть точно. В iVario это выполняется автоматически. Посмотрите, выполняется варка на медленном огне. Именно так, чтобы крем мог загустеть. Просто идеально. Я хочу вам показать, что здесь также ничего не пригорело. Видите? Совершенно чистый. Впечатляюще, не так ли? Таким образом, тигель можно быстро очистить, и он снова будет готов решать следующую задачу. Нужно просто добавить немного воды и чистящего средства в тигель, быстро протереть и сполоснуть ручным душем. Вода сливается через встроенный слив. Мы убедились в огромной мощности и точности нагревательной системы iVario Boost. Осталось рассмотреть абсолютно новую функцию — iVario iZone Control. Интеллектуальное управление зонами нагрева. Благодаря этой запатентованной функции теперь есть возможность разделять дно тигеля на разные зоны готовки. Для этих зон затем можно задать различные значения температуры, времени приготовления или температуры продукта. iZone Control подаст сигнал, когда необходимо ваше вмешательство. Например, перевернуть стейк или извлечь готовое блюдо. У нас есть пример и для этой ситуации. Мы готовим гамбургер и сэндвич. У нас есть превосходные котлеты, которые мы хотим обжарить до степени медиум. К ним мы добавим голубой сыр. Все это между свежеобжаренными булочками. А для сэндвича стейк с яичницей. Мы разделили тигель так, чтобы в передней зоне температура была более высокая, а сзади более низкая. В передней зоне мы готовим котлету и стейк с высокой температурой, а затем можем довести стейк до готовности в дальней зоне. Смотрите, для отдельных зон задано одно время приготовления. По желанию здесь можно готовить, используя температуру внутри продукта. В другом тигеле задана более высокая температура в передней части, а задняя просто выключена. Готовим яичницу. На дисплее мы видим все блюда так же, как они расположены в тигеле. Все контролируется автоматически, и повар всегда в курсе происходящего. Я могу просто переходить одного тигеля к другому. Текущий тигель всегда отображается в увеличенном виде. Простота и комфорт. Давайте посмотрим, что происходит в тигеле. Яичница в передней части прекрасно обжарена, а та, что сзади, абсолютно сырая и холодная. Давайте посмотрим на среднюю. Очень интересно. Здесь прекрасно заметна точность iVario. Четкая граница между сырой и поджаренной частью. Именно здесь находится переход между холодной и горячими зонами. Видите, насколько резкий переход между зонами? И это огромная разница температур. Это, казалось бы, невозможно. Если вам не требуется вся поверхность тигеля, вы можете ее выключить и сэкономить энергию. Дамы и господа, вы увидели, как с iVario вы можете повысить производительность и эффективность вашего предприятия. iVario — это не просто сковорода, котел или фритюрница. В нем присутствуют точные интеллектуальные технологии, с помощью которых вы можете стандартизировать качество блюд на высоком уровне и с легкостью справляться с требованиями на вашей кухне. Поскольку iVario предлагает невероятную гибкость при максимальной производительности на минимальной площади. Don't stop now.
Y'all ready? Вы можете подробнее познакомиться с iVario. Для этого мы предлагаем вам множество онлайн-возможностей.